Всем привет, с вами Юмилия, и сейчас я бы хотела предложить вам расслабиться вместе со мной. Звучит немного странно, но да ладно. На самом деле, сейчас мы с вами будем смотреть самое приятное видео в мире. И да, сейчас я буду смотреть этот видосик не только с вами, но еще и с Финном. Ну ладно, Финн пока посидит тут вот рядышком. Вот. И мы с вами приступаем к просмотру. И да, я забыла кое-что сказать вам в самом начале видеоролика. Долгое время я искала стоящую ему РПГ, и вот я нашла такую игру. И хочу предложить вам поиграть в Blade & Soul вместе со мной. Ссылка на скачивание игры будет в описании к видео. Там же вы найдете мой никнейм и сервер. А первым 5 ребятам, которые добавят меня в друзья в игре, я сделаю сигны. Так что быстрее скачивайте игру и добавляйтесь ко мне в друзьяшки. Воу. Последний раз, когда я каталась на велосипеде, я с него упала. Эх. Офигеть. Тут они не боятся? Воу. Офигеть. Нифига себе. О, о. О, попал. Я думала, не попадет уже. Нифига себе. Офигеть, просто. Это ж сколько времени надо было потратить на все это? Очень эпично. Офигеть. Еще и музыка такая подобрана, да? Прям что-то... Ой. Что-то мы тут прям сели и завтыкали, да? А вы завтыкали? Напишите в комментариях. Нифига себе. Вот, смотрите, как так можно? Просто как? Что тут происходит? Ни хрена себе! Офигеть, да? А это что, это такое? Эпично. Эпично. Главное, чтобы у какого-нибудь маньяка вот такой штуковины не было. Ух ты. Там так сверкает прикольно. Воу. Я таких, кстати, видеороликов много видела. Там так делали с золотым слитком, по-моему. Ух. Ух ты ж! Вот такого я не ожидала. Воу. Воу, красотища какая. Реально. Особенно круто, что это показано в слоумо. Ух ты. Еще и стена теперь вся в краске. Нормально. С красным цветом, мне кажется, выглядит поэпичнее. Но, может быть, мне только так кажется. О,
теперь еще и синий. Не, ну с красным прям смачно было, вот реально смачно. Вау. А представляете, что было бы, если бы краска еще и на камеру попала бы? Не попадет, надеюсь. Да, не попала. Вау. Нет, вот это самое эпичное, я беру свои слова назад. Реально круто. Офигеть. Реально круто. 3000 FPS? Такое ощущение, что это взрыв какой-то. И что будет дальше? Воу! А это кушать можно? Это же мармеладки, да? Или желешки? Фиг его знает. Но выглядит прям очень круто. Где можно взять такие формочки? О боже, я хочу кушать. Накормишь меня после видео? Нет. Я уж думала, не кивнешь мне. Вы когда-нибудь пробовали что-то подобное? Вот я лично нет. И мне бы очень хотелось попробовать. Как же смачненько. Воу. Почему сейчас начали показывать еду? Это немного бесит. Ну ладно, это хотя бы конец. Ну что ж, видео было реально топовым, и оно чё-то как-то меня затянуло. И в принципе я могу назвать его расслабляющим. А что думаете по этому поводу вы? Жду ваших комментариев. Ну и думаю, вы знаете, что же я буду делать после съемки этого видео. Конечно же, я пойду жрать. Финн меня уже киданул, он просто взял, досмотрел видео и пошел хомячить. Вообще офигел. Больше всего меня, конечно же, удивил и шокировал вот этот вот момент. Он реально топовый, и если вы знаете, как вот все это можно воплотить в жизнь, то напишите об этом в комментах. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Если вам понравилось это видео, то, конечно же, поддержите его своими лойсиками. Всем, мои дорогие, пока-пока.